Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему перспективного направления лучевой терапии саркома мягких тканей. Саркома мягких тканей – это редкая группа опухолей мезенхимально-клеточного происхождения, составляющая примерно 1% от всех злокачественных образований взрослого населения. Тем не менее, в рубриках и подрубриках Всемирной организации здравоохранения отражено более 150 гистологических подтипов, которые, как и степень злокачественности заболевания, влияют на течение. Саркома мягких тканей характеризуется преимущественно гематогенным метастазированием и упорным рецидивированием. Частота локальных рецидивов, по данным различных авторов, варьирует в широких пределах и может достигать 90%. Несмотря на то, что основным методом лечения как первичных, так и рецидивирующих сарком мягких тканей является хирургическое иссечение с отрицательным краем резекции, результаты рандомизированных исследований показали целесообразность применения комбинированного лечения хирургического сочетания с лучевым как в адъювантном, так и неадъювантном режимах. Предоперационная лучевая терапия характеризуется рядом важных преимуществ. В первую очередь это выраженное ограничение опухоли, снижение ее имплантационного потенциала, снижение биологической агрессивности, что повышает эластичность оперативного пособия, снижает риск диссеминации опухолевого процесса. Извините, пожалуйста, у меня презентация не переключается. Спасибо. Кроме того, лучевая терапия характеризуется более точным определением объема опухоли и вследствие точным планированием объема облучения. Принципиальным недостатком проведения лучевой терапии в предоперационном периоде является статистическое увеличение риска послеоперационных осложнений. В 2004 году были опубликованы результаты крупного рандомизированного исследования, которые показали, что с точки зрения локорегионального контроля нет статистически достоверной разницы между проведением лучевой терапии в пред- и послеоперационном периоде. Однако при проведении лучевой терапии перед операцией риск тяжелых послеоперационных осложнений значительно возрастает. В последние годы североамериканская группа по изучению саркома мягких тканей активно изучает режимы гипофракционирования и опубликовали данные, что стереотоксическая лучевая терапия, проведенная перед операцией, не только не увеличивает время до хирургического лечения, но и не увеличивает послеоперационное осложнение. Кроме того, различные варианты режимов гипофракционирования позволяют добиться схожих данных при стандартном фракционировании. Не следует забывать и о системных эффектах лучевой терапии, когда под воздействием лучей происходит разрушение опухолевой ДНК, в результате чего через антиген, презентирующую систему, иммунная система лучше распознает опухолевые процессы, тем самым достигается системный эффект. Именно это позволило и натолкнуло нас на мысль о разработке протокола комбинированного лечения саркома мягких тканей, который с успехом зарегистрирован в Международном регистре клинических испытаний. Он состоит из трех этапов. Первым этапом – это предоперационная стереотоксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования в объеме облучения исключительно опухолевой ткани. Далее проводится радикальное оперативное пособие, и после этого проводится послеоперационное облучение зоны субклинического распространения в режиме нормофункционирования. С целью реализации лучевого эффекта между первым и вторым этапом разница составляет 3-4 недели, а послеоперационная лучевая терапия проводится в сроки, которые позволяют полностью заживить послеоперационную рану. Первым этапом – это стереотоксическая лучевая терапия. По данным МРТ и КТ-исследований формируется макроскопический объем опухоли GTV. Далее мы используем два объема облучения. Это клинический манифестирующий объем CTV1, на который подводится разовая очаговая доза в 5 грей по 5 фракций до суммарной очаговой дозы в 25 грей. Использование второго объема CTV2, который рассчитывается с отступом на 1 см внутрь от наружной границы опухоли с подведением разовой очаговой дозы в 7 грей до суммарной очаговой в 35 грей. Использование двух объемов облучения позволяет не только сохранить выраженный противоопухолевый эффект на основную массу опухоли, но использование вот этого сантиметра по периферии позволяет снизить риски послеоперационных осложнений, поскольку основной опухолевый конгломерат облучается в
в серьезных дозах. Также стереотоксическая лучевая терапия проводится с учетом расположения сосудисто-нервных пучков и кожи. Следующий этап – это радикальное удаление опухоли мягких тканей с последующим гистологическим исследованием и оценкой лечебного патоморфоза. Мы имеем шанс оценить и сравнить как предоперационный трепан-биоптат с микропрепаратами послеоперационного материала. Видно, что лечебный патоморфоз выражается в появлении выраженных зон некроза, фиброза опухоли, а также появлении опухолевых теней. И третий этап – это 3D-комфортная дистанционная лучевая терапия в классическом режиме. Это 25 фракций по 2 грея до суммарной очаговой дозы в 50 грей. Здесь дозное распределение имеет более плавный характер и рассчитывается с учетом зоны субклинического поражения. На данный момент в рамках протокола лечение получили 13 пациентов, 5 мужчин и 8 женщин. Медиана наблюдения составила 9 месяцев. Гистологические по типу опухоли, которые были включены в протокол, представлены на слайде. Видно превалирование пациентов с липосаркомами мягких тканей. Размер опухоли оценивался на основании первичного МРТ и КТ-исследований, а стадирование основывалось на ТНМ 8-го пересмотра. Отметим, что все пациенты, которые были включены в протокол, страдали от локализованного процесса без отдаленных метастазов. Большую часть пациентов имели первичную саркому. Отмечается небольшое превалирование пациентов с опухолями high-grade, а саркомы чаще всего располагались на нижней конечности, что коррелирует с данными мировой литературы. В результате стереотоксической лучевой терапии у 2 пациентов развился послелучевой эпителит первой степени согласно критериям CTCA 4-го пересмотра. Других ранних проявлений лучевых реакций не определялось. В результате проведенной стереотоксической лучевой терапии возникло четкое ограничение облученных тканей от нормальных, здоровых тканей, в результате чего радикальность удаления в определенной степени объясняется, была достигнута 100 случаев. Во всех случаях рана была укрыта при помощи местных тканей и зажила в сроки, не превышающие 5 недель у всех пациентов. Средний процент лечебного патоморфоза составил 45%. Распределение лечебного патоморфоза и процента некрозов согласно гистологическому подтипу представлено на слайде. У 2 пациентов послеоперационный период осложнился явлениями лимфарии, что потребовало длительного дренирования послеоперационной раны. По этой причине мы были вынуждены отложить начало послеоперационной лучевой терапии на 71 и 99 дней. Соответственно, хотелось бы отметить, что у этих пациентов оперативное пособие выполнялось по поводу саркома мягких тканей более 15 см значительного размера, что соответствует Т4 критерию в системе ТНМ. У 4 пациентов курс дистанционной лучевой терапии осложнился явлением лучевого эпителита первой степени. В одном случае зафиксирован лимфостаз второй степени, не требующий медикаментозной и хирургической коррекции. Осложнение третьей и высшей степени согласно критериям CTCIA и тяжелых критериев согласно канадской классификации не было выявлено ни одного пациента в течение как минимум 120 суток после завершения последнего этапа протокола. При динамическом наблюдении по данным контрольного МРТ и КТ-исследования локальный рецидив не зафиксирован ни у одного пациента, а у 3 пациентов отмечена генерализация процесса в виде метастатического поражения легких и поражения костей скелета. Основные предварительные выводы, которые мы сделали, это то, что сочетание предоперационной стереотоксической лучевой терапии и послеоперационной лучевой терапии не приводит к увеличению числа серьезных послеоперационных осложнений. Стереотоксическая лучевая терапия является эффективным методом воздействия на первичную опухоль, что выражается в значительном проценте некроза, но необходимо дальнейшее изучение возможности предложить комбинации с точки зрения повышения эффективности лечения больных с саркомой мягких тканей. Спасибо за внимание.